Это БМПХ. Обязательно ошибется. Сейчас немного углодам и прострелю БМПХ наверху, если она не сдохнет к тому времени. А, она уже сдохла, по-моему. Если это она. А, он с аушкой. Он с аушкой считается еще. Прикольно. Понимающий. Красный мех. Что, колесо трансмиссии? А что вы думали? Там хухры-мухры. Что ты понюхать не в задницу приехал, как собака определяет свой чужой. Такая себе у вас система. Так, нужно сделать one tap. Если бы не подлагивало, я бы его уже сбил. Минус душный. БТХ сейчас просто... БТХ сейчас хорошо... Ну, КПЗ, я про КПЗ говорю, наверное. Да, про КПЗ говорю. Вот XM и МБТ сейчас... Ну, получше стали, конечно, чем раньше. Когда у них было кредит 10 секунд. И танковать они стали пожестче. Какие-то вот скосы у них появились. Я тебя правильно понял, что это был ты? Повреждение танка, нормально? В ухо получил лом. Или даже не лом, может быть камарди. Knock, knocking on heaven's door. Кого стрелять? Никого не вижу. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Как дальше жить? Куда ты выехал? Ладно, разменял одного на другого. Вообще могу прострелить его. Это еще что? У нас простреливают из-за риста. Я зуб даю, нас просветлю за листа. Может быть из-за ворот. Блин, ну просто одно колесо, да не будет оно влиять на проходимость, на улитки, ну. Ваш рот наоборот. БТ-7.
Блин, у меня отец водил, был мехводом беттера. Говорит, вообще можно было без колес ехать. Ну, без колес нет, но полтора колеса вполне хватало. Там система подкачки такая, что просто в лохмотье могут быть у тебя колеса. Просто можешь там на трех минах взорваться и вообще норм. Я что-то не пойму, это что, нагиб или что? Я вот это понять не могу. Это что, развальное? Кого? Ага, понял. Пошел ты нахер. А, я сгорел, поэтому надо поехать его убивать. Нет такого. Может быть, даже еще одного заберу. Your mom gay. Реально. G, ну да, это было, нет, это где-то было на одном махе. Я резко дал на себя, там немножко с рулем направления было, и на себя резко ручку. У меня порвался страфайтер. Но возможно это баг вот этот, который возникает, когда у тебя внезапно наплывает перегрузка, и она там может до 17G доходить, и у тебя отрывается крыло. Особенно такое, ну, вот на 91-х, на Сейбрах, и еще какой-то самолет есть, у которого тоже легко крыло отрывается. Очень сильно, и вот этот баг у него постоянно.